права, бесплатная медицина, бесплатное образование. Что сейчас ничего в голову не приходит. Право выбора, право голоса. Свободу слова, свободу выбора, свободу веры. Право на медицину, на образование, на выборы, на охрану частной жизни, на охрану от преступников. Не помню, как это точно. Ну, наверное, на свободу вероисповедования, свободу выбора, чести и достоинства. С этим тоже что-то связанное было, насколько я помню. На неприкосновенность. Ну, наверное, на свободу слова. Право свободы передвигаться, свобода выбора, свобода слова. Бесплатное образование, бесплатная медицина, свобода выбора, свобода передвижения, свобода голоса. Первое, что приходит на ум, это свобода слова, образование, свободное перемещение по стране, по улице, по которой я хожу, по вашему городу. Выбор. Я свободна делать выбор. Свободна в выборе своей религии, любви, квартиры и вообще все, свобода.